Коронавирус не помеха. Школьники 5 столичных школ продолжают работу над книгой памяти. Перед ребятами стоит серьезная и важная задача – собрать информацию о солдатах, уроженцах республики, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Работа кропотливая, требующая большого внимания, но чрезвычайно важная. Ученики гимназии номер 5 по крупицам собирают информацию о тех, кто ушел на войну и не вернулся. Первая книга памяти вышла в 2 частях и содержала краткие сведения более чем о 100 тысячах человек. Под руководством наставников ребята выясняют дальнейшую судьбу тех, кто пропал без вести. Работают с архивными данными сразу нескольких сайтов. «Подвиг народа», «Память народа», «Мемориал памяти», уточняя и перепроверяя каждую деталь. Очень хотелось почитать, потому что мне сдавали в виде таблицы найденные имена, то есть установленные судьбы. Мне хотелось вот прям точно знать, сколько мы сделали, но очень много. Поэтому я в среднем посчитала, это где-то примерно около 8-9 тысяч солдат мы изучали, а из них половина, где-то 3500 с лишним, мы установили судьбы этих солдат без вести пропавших. Мы искали только без вести пропавших. Потому что про них никто не знает. Это о них только-только рассекречили архивные документы, и поэтому... Иногда во время работы над книгой происходят удивительные случаи. Например, Катя Алексеева выяснила судьбу своего пропавшего родственника. Много новой информации узнала вот как раз из этих сайтов. Узнали его жену, кто был его женой, где он похоронен, где он служил вообще, как его призывали. Труднее всего, по словам ребят, было искать людей с одинаковыми фамилиями, а еще мешали опечатки. У меня в книге памяти была ошибка. Человека звали Федоров Рифим Федорович. После долгих поисков я понял, что его звали Федоров Руфим Федорович. Из-за этого я и нашел информацию о нем. Такой в книге памяти не было. В дальнейшем книгу памяти планируют переиздать, разумеется, уже с новой дополнительной информацией. Ребята доведут эту важную работу до конца. Валерия Друженец, Юрий Марков, Республика.